Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня выбрался позревать крутой пиротехники. Так, сейчас штатив поправлю. Во. Короче, смотрите, сколько всего есть. Очень интересные петарды, салюты различные, много чего интересного. Поэтому сегодня все это повзрываем, посмотрим, как взрывается. Кто не видел предыдущие серии, обязательно, обязательно смотрите. А мы будем начинать. Что ж, ребят, давайте начнем, наверное, с какого-то самолетика хотелось бы затестить. Давайте вот этот зеленый, что ли, затестим от Золотого Дракона. Вот, красно-зеленый пион. Вот, фирма Золотой Дракон. Посмотрим. В предыдущей серии самолет что-то не взорвался. Но в этой серии затестим другой, посмотрим, как он сработает. Будет толк от него или нет. Ну, давайте смотреть. Вот это да. Хорошо пошел. Давайте его сразу заберем, пока мы его видим. Вот. Короче, самолетики клевые. Если хотите, чтобы я больше каких-то самолетов покупал ночных, обязательно буду покупать для вас. Посмотрите, классные взрывы. Так, оставим здесь. Вот. Давайте дальше. Так, выберем каких-то петард повзрывать. Вот. Так, короче, берем, наверное, все подряд. Вот так. О, и одну большую. Всегда беру К-999, взрывается очень круто. Так, ну что, давайте начнем. Закинем Crazy Robots. Вау, вспышки не было видно, ну ладно. Так, буду немного отходить, потому что дым образовывается. Так, здесь вспышки нету. Точнее, нету, короче, фитиля. Сделаем вот так вот. Круто, как вам комбинация такая? Интересно получилось. Так, берем дальше. Розочка. Будет крутиться или нет? Как думаете? Затухло, хотел сказать. Такой салютик получается с розочки. Интересный. Так. П-2000. Есть. Так. Еще П-2000. Топ. Так. Что у нас там дальше есть? Есть Red Devil. Давайте его в землю засунем, чтобы снять поближе вспышку. Капец, засыпало землей. Фу. Ну что, давайте теперь попробуем подорвать К-999. Ух ты шо. Блин, кому нравится К-999, пишите. Буду тоже чаще брать. Очень интересная штука. Так, давайте выберем каких-то ракет позапускать. Фух, жарко. Давайте возьмем одну отсюда, большую. Так, есть у нас разные вот такие маленькие, тоже их берем все. Так, еще мы не тестили свистулечки. Давайте возьмем вот такие свистульки. Так, помогу.
Вот. Короче, берем немного, потому что очень много всего взрывать. Хочется все протестить. Хочется побольше всего потестить, чтобы вы посмотрели. Так, давайте начнем со свистулек. Одна уже прям туда залезла. Ничего так стартануло. Хорошо. Вот, это уже нехорошо. Ладно, оставляем тут. Так, будет у нас гирлянда цветная. Вот такая. Фу, дыма. Следующая бабочка. Бабочка вроде бы красивая была. Не забывайте смотреть предыдущее видео, новое. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Вот. Всегда стараюсь тестить классную пиротехнику. Так, что у нас дальше? Салют. Вот такой салютик. Надеюсь, полетит. О. Со свистулькой. Очень классно. Так, и теперь будет со взрывом. Так, вытянем заглушку. Давайте вам покажу эффект. Красно-зеленая волна. Так, ставим. И смотрим. Вау, супер, мне такое нравится. Так, давайте каких-то блицов что ли кинем. Фу, смотрите, сколько дыма прилетело. Давайте возьмем в этой серии два таких блица и какой-то большой. Давайте вот этот. Блин, маленький бы хорошо с трубки какой-то запускать. Но если здесь разорвется трубка, будет плохо. Взрывем лучше в этой серии какой-то салют в конце. И уже в следующей серии будем запускать блицы с той трубки. Так, ставим маленький блиц. Пока запустим землю. Вау. Блин, может их бросать? А ну-ка давайте брошу, посмотрим, полетит с пола или нет, если бросить. Не, не полетел. Фу, блин, дыма здесь вообще просто жесть. Сколько? Так. Давайте теперь вот тут затестим вот такой циркоблиц от фирмы Максим. Конечно, далеко бежать, но... Вау, с треском попался. Класс. Так, давайте теперь римские свечи побахаем. Возьмем каких-то три римских свечи. Давайте вот такие в этой серии бахнем. Наверное, лучше их установить. Вот так. Будет круто. Поехали, поджигаем. Так, убегаем. Все, протестили римские свечи. Так, смотрим, что у нас там еще есть. Давайте бабочки протестим
три штучки, как всегда. Так, вот тут, наверное. Не полетела, ладно. Взорвем следующую. Супер. Фу, дымище, конечно, да. Есть. Так, давайте теперь фонтан. Какой-то фонтан хотел большой протестить. Давайте в этой серии затестим вот такой фонтан я с кравой от фирмы Феерия. Посмотрим, что он из себя представляет. Когда-то был очень крутой, но, по-моему, они сейчас уже все отсыревшие. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Так. Ого. В дыму, конечно, это круто выглядит. Жесть. Вот такой был фонтан. Искровый от Феерии. Так, давайте. Хочу взорвать один из кугель. Давайте возьмем вот такой. Так. Смотрим, нету ничего внутри. Можно взрывать. Так. Всегда вытряхайте заглушки с мортиры, потому что если не вытряхнуть, короче, не взрывается, вылетает низко или может вообще разорвать мортиру. Побежали. С треском классный попался. Супер. Так, что мы там такого еще не тестили интересное? Так, ракетку давайте в этой серии что-то из этих затестим. Давайте желтую. Вот. Прикольно. Но, конечно, не взорвалось. Ну, в принципе, они дешевые, и они не должны взрываться. Так что, вот так вот. Так, давайте вот таких побросаем, посмотрите, как они круто взрываются в темноте. Так, сразу брошу две партии. Так, одна пошла. Есть. Так, тут еще были пулеметные ленты где-то. Где же они? А, вот. Ну, что-то их маловато взял, но... Давайте две затестим. Так. Кому нравятся вот такие пулеметные ленты, пишите. Будем взрывать разные. Может быть, какие-то на пару тысяч лент, пару тысяч петард куплю. Будет интересно такую длинную бахнуть. Что ж, ребят, вот так побомбили. Смотрите, сколько всего осталось. Очень много пиротехники, которую мы повзрываем обязательно в следующих сериях. Смотрите. Пишите, с чего бы такого начать. Но, конечно, будем взрывать все подряд. Так что будет, думаю, интересно. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующих интересных роликов. Пишите, что думаете по поводу такой пиротехники. Может быть, какие-то отдельные видео снимать. Например, с самолетиками. Или чисто с блицами разными. Или прийти чисто петард повзрывать. В общем, что вам нравится, то и напишите. Может, ракеты тупо повзрывать. Или трещащие штуки, такие крекинболы. Вот. Есть очень много. Есть салюты, например. Есть вот такие мортиры. Очень круто будет. Вот, римские свечи различные, все это круто, поэтому пишите, если хотите, я наснимаю отдельных видосов на
каждый подвид такой пиротехники будет интересно. В общем, подписывайтесь на второй канал, ссылка на него будет здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят тоже топовые видосы с петардами, как и здесь. Рекомендую подписаться. Смотрите здесь 4 видео, они тоже классные. Может быть, вы их еще не видели. Выставляю всегда здесь видосики какие-то, может быть, кто пропускает, смотрите, самое интересное для вас. Что ж, с вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, ребят, до новых встреч, жду вас в следующих видео.